Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Рама, Hare Рама, Рама Рама, Hare Hare. Бхагавад-гите говорится, что есть четыре пути прихода в религию. За знанием первое, второе – богатство, мотив такой, третье – любознательность, и четвертое – страдание. И 90% людей приходят из страданий. И я пришел из страданий. У меня в начале 90-х умер второй сын, и меня это толкнуло, побудило. Поэтому мой приход, он понятен. Я пришла в общество сознания Кришны в 2002 году. Первый раз приехала на ферму Шри Вриндаван Хам под Алматой. И мне очень понравилось. Поэтому я здесь осталась, и до сих пор я здесь с этими людьми. Это мои лучшие друзья, это моя семья. Ну, у меня дядя родной в Ташкенте, Иннокентий его зовут. Он у нас присоединился к сознанию Кришны. И он мне проповедовал. Я вот слушаю его, и его пример, как он, насколько он сильно изменился. И так я вот привлекся и так присоединился к сознанию Кришны и до сих пор вот практикую. Отказ от насилия – самый главный принцип, и это милосердие. Второе – это отказ от интоксикации. Здесь нет сигарет, наркотиков, алкоголя. Третье – это никаких азартных игр, денежных махинаций. И четвертый принцип – это отказ от незаконных половых отношений. Я интересовался исламом, спрашивал про душу, где она находится, как, потом в христианстве. Они много говорили, все правильно говорили, но я понимал, что это не мой путь, я чувствовал, что это не мое. Сейчас я больше, наоборот, стал понимать эти религии. Я знаю, что они придут к Богу через своих пророков. Ну, почему мы не едим мясо? Потому что, когда животных забивают на бойнях, они в муках и в страданиях умирают, и вся эта энергетика попадает в это мясо. Первое, что уходит – страх. Когда человек встает на путь, ведущий к Богу, как бы мы его ни называли, первое, что уходит из его жизни – страх. То есть он, ну, по крайней мере, его становится меньше, скажем так. В 1999 году мы приехали в это место, и вот уже 24 года занимаемся здесь сельским хозяйством. Мы проводим программы духовные, и где-то 35 человек постоянно проживают здесь, занимаются служением. Ну вот на данный момент у нас 39 коров, которые мы защищаем и ухаживаем за ними. Это молочная продукция, которую мы получаем, то есть мы изготовляем сладости, и она распространяется в городе. Мы всегда танцуем и поем. Почему мы это делаем? Таким методом мы всегда свой ум контролируем, связывая его с Кришной, со Всевышним. А на самом деле мы танцуем для Бога, для того, чтобы Он был рад тому, что мы восхваляем Его святые имена. Есть профессионалы, которые у нас танцовщицы, они прям настраиваются перед танцем. Они это делают как подношение великой божественной личности Господу. Кришна, 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 Криш
Кришна, Кришна, Хари, 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 Рама, Хари, Рама, 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 Хари, 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 Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари, 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 Рама, Хари, Рама, 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 Хари, Хари, Хари. Почему в сознании Кришны повторяют мантру Хари Кришна? Потому что это очень мощный звук, полезно для успокоения ума. Хари Кришна, ну, вообще, это мантра, маха-мантра. А маха – это великое из санскрита, мантра – это ман, это ум, тра – это очищение. И это великое очищение ума. И вот мы очищаем свой постоянно беспокойный ум мантрой Хари Кришны. Это нам помогает связываться с Господом, с Кришной, и быть счастливым и служить. В нашей религии Господь приходит в образе человека. Для нас это трансцендентный образ Господа Кришны. Вот. Почему Он приходит в образе человека? Потому что Господь всемогущ, и Он может прийти в любом образе. Для кого-то Господь, Он как свет, для кого-то оно может как дерево. А для нас Господь – это Господь Кришна в человеческом образе. Он может принять форму звука, может принять форму ветра, солнечного света. А Он захотел принять форму человека. Он велик, и поэтому может принять любую форму. Всевышнему не жалко счастья, у него столько для нас счастья. Все конфессии, все религиозные традиции, они говорят об одном и том же, что кто повторит имя Господне, он спасется. И оно обладает таким особым могуществом, что кто повторяет эти имена, он просто впадает в такое состояние духовного блаженства, что несравнимо ни с каким-то мирским удовольствием. Почему кришнаиты кормят людей? Ну, потому что сострадание, милосердие и помощь оказать людям, поддержать их. Проблемы никуда не деваются в жизни, у нас остаются. Это Гита у нас. Вот Гита идет. Гита. А не идет у нас. Ах ты какая, на. Крипа. Старушка. Ой. Она смотрит, как ее снимет. Она слепает, чтобы глазит у меня свет. Бог Всевышний для меня. Я не знаю, это что-то такое необъемное, оно близко в сердце находится, внутреннее. Для меня кришнаизм – это милосердие и любовь. Это именно та наука, которая дает понять Господа. Ну, лично для меня кришнаизм. Ну, это моя жизнь, я не знаю, если лаконично.